Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас сегодня с вами таро-прогноз для представителей знака Овен на период с 21 по 30 июня. Давайте посмотрим, что же вас, дорогие Овны, ожидает в этот период времени. Итак, мы посмотрим с вами общую характеристику данного периода, да, то есть какой он будет для вас. Что ожидает вас в делах, что ожидает в работе, в финансах. Давайте посмотрим. Итак, Овны. 21-30 июня. Да, с 21 по 30 июня 2022 года. Так, общая карта данного периода. Но период будет не из легких. Период будет не из легких, что-то вы будете, скажем так, для себя определять, решать. И вы знаете, такое ощущение, что вы от чего-то устали. То есть, возможно, у вас накопилось очень много каких-то дел незавершенных, и вам придется, скажем так, подводить какие-то определенные итоги, что-то завершать. Потому что, в принципе, в таком темпе дальше уже продолжаться не может, и вы это будете прекрасно понимать, осознавать. То есть здесь идет какое-то очищение, да, потому что мы смотрим не только как по системе Таро, но и по оракулу, да, мы видим плетки. Плетки, метлу. И о чем это говорит? О том, что какая-то неприятная ситуация, она уйдет из вашей жизни. То, что вас тяготило, то, что вас беспокоило, это вас освободит. Ну, как-то так, и над этим надо будет работать. Давайте посмотрим с вами, что же ожидает вот Овнов в делах и в работе вперед. С 21 по 30 мая. Ой, мая. Июня. Я прошу прощения. Июня. Дела и работа. У вас будет выгодное предложение какое-то, да? То есть вы будете вести переговоры, возможно, будете оформлять какие-то документы касательно денег, да, то есть либо вы будете работать для того, чтобы получить какую-то прибыль вот уже сейчас, либо вы будете вкладывать деньги в то, чтобы, скажем так, со временем получить определенный какой-то доход. Сотрудничать вы будете, я думаю, с молодыми какими-то людьми. То есть у вас может быть, допустим, не одно дело, а несколько. Либо у вас может быть несколько молодых, скажем так, помощников, вдохновителей. Либо несколько предложений вы будете выбирать для себя. Какое же предложение для вас все-таки лучше? И не исключено, что вы можете в этот период времени сотрудничать с кем-то, кто находится за границей. То есть вот как-то так. Но в принципе здесь карта у вас хорошая, прибыльная. Да, у вас тут деньги, подписание документов, новые какие-то партнеры у вас появятся, либо это ваши какие-то, у вас новые коллеги какие-то будут, или вообще командная какая-то работа будет, но плодотворная. Вы устанете, да, вам придется приложить много сил, да, потому что мы смотрим на главную карту. Вот. То есть, может быть, вам кого-то надо будет ускорить где-то как-то, проконтролировать или еще что-то для того, чтобы получить определенный какой-то хороший результат. Итак, давайте с вами посмотрим, что же вас, Овны, ожидает в финансах с 21 по 30 июня. Финансовая сфера. Что вас ожидает? Сейчас мы вот это поднимем сюда. Финансы. Ну, смотрите, если вы думали, что вы, скажем так, сможете что-то реализовать и получить деньги сейчас, то я скажу, чтобы вы не обольщались, что-то не получится, да, и вас в итоге это расстроит. Может быть, вы захотите получить какие-то, ну, быстрые деньги, да, то есть быстрый какой-то доход. Вы можете прилагать много усилий, но в итоге вам как будто бы откажут, да, то есть вам могут сказать, что денег нет, да, посмотри, но мы обещаем, что мы с тобой рассчитаемся. И вот вы можете сидеть и думать, вас обманывают, начирикали вам или сказали правду. То есть вот как-то
так. И вы по этому поводу можете действительно очень сильно переживать, потому что затраченных сил, энергии будет очень много. И знаете, здесь как будто бы даже если вы вкладываетесь в какое-то дело, вот вы вложились не только финансово, да, но еще вот как-то энергетически, к примеру, вы время потратили, силы. И вы хотите получить какую-то отдачу, вам опять-таки говорят, что извини, пока что отдачи нет, давай получим результаты, потом как-нибудь, потом, если захочешь, мы с тобой рассчитаемся. То есть здесь идет какое-то, знаете, как получение вот этой прибыли, получение дохода, но с запозданием, да, то есть здесь что-то будет не своевременно вам оплачено. Потому что здесь, смотрите, вот в руках у Иерофанта, да, у него здесь как документы. И женщина здесь сидит с этими документами. И здесь мужчина, это может быть ваш начальник, да, вот он говорит, что вот в документах у нас здесь в договоре прописано, что вот надо получить там что-то. И вот тогда вы сможете получить свой там оклад, премию, там доплату, я не знаю, что-то. И вот вы будете думать, ну вот как... Вроде все сделала, и вроде бы все учла, но вот что-то пошло не так. Ну вот здесь такое ощущение, что просто вами могут попользоваться в какой-то степени, да, то есть вот пообещать, а потом сослаться на какую-то бумагу, документ, по сути, на то, что раньше и не заглядывали туда. Деньги будут, но потом, скажем так. Так, а что же Овнов ожидает в личной жизни? В личной жизни, так, в период с 21 по 30 июня, личная жизнь Овнов. В личной жизни будет у вас все хорошо. Здесь будет тоже решение каких-то финансовых вопросов у вас. Финансовые вопросы вы будете решать. Если смотрит мужчина, то вы сами будете как-то решать эти свои дела. Если смотрит женщина, то вы будете финансовые вопросы решать через мужчину. То есть здесь будет какая-то вам помощь, поддержка через некого человека. То есть, в принципе... В отношениях все хорошо. Долгосрочный какой-то союз, да, то есть плодотворные какие-то отношения, к примеру. То есть вы будете вкладываться в эти отношения. Может быть, здесь, если вы на расстоянии, допустим, с кем-то, с вашим партнером или партнершей, здесь может быть, кстати, еще финансовая помощь, вот как перевод денежный куда-то далеко. То есть вот как будто бы вы на расстоянии. У вас может быть еще переписка, да, то есть у вас могут быть общение, отношения, скажем так, с кем-то в интернете. То есть вы можете переписываться, вы можете друг друга узнавать и в итоге договориться о встрече, то есть вот как варианты, и вот вы будете эту встречу как-то планировать. Так, что тут еще? Для семейных пар, то есть здесь решение вопроса может быть касающееся ваших детей, допустим, или вот ваших младших там братьев, сестер, племянников, то есть вот вы можете что-то решать по этому поводу. Но здесь какая-то основная роль будет все-таки идти со стороны мужчины. Женщина здесь будет как-то поддерживать, а мужчина будет конкретно уже что-то решать. Как-то так. Но в целом период для личных взаимоотношений у вас будет нормальный. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго.